Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференцияларын жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз техникалық реттеу және метрология саласында кадрларды дайындауға арналады. Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей стране все большее развитие получает система дуального образования. Количество технических вузов и колледжей Казахстана, использующих новые форматы обучения, растет. И сегодня мы с нашими гостями поговорим о том, какая работа ведется по подготовке кадров в области технического регулирования и метрологии. Позвольте представить заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан Галымжан Тлектесович Дугалов. Заместитель генерального директора Казахстанского института метрологии Денис Петрович Черкашин. Ведущий эксперт Казахстанского института метрологии Ердос Канатулла Калыков. А также заведующая кафедрой стандартизации метрологии и сертификации Евразийского национального университета имени Льва Гумилева Бахытгуль Узаковна Байхожаева. Уважаемые гости, добро пожаловать. Галымжан Тлектесович, пожалуйста, вам первое слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. На сегодняшний день наша инфраструктура качества Республики Казахстан в целом признана за рубежом и состыкована, значит, с международными организациями. Наши инструменты, такие как метрология, стандарты, в целом техническое регулирование, аккредитация, состыкованы с международными организациями, такими как ИСО, Международная организация по стандартизации, МОЗМ, Международная организация законодательной метрологии, и ИАФ, это Международный форум по аккредитации. Ну, мы все знаем, что новейшие технологии – это есть наш экономический рост во всех отраслях, и реализация инновационного развития ставит такие высокие требования к уровню метрологического развития производства, как в части увеличения количества операций по измерениям различных величин, так и повышения точности представляемых результатов. В настоящее время в Казахстане в составе юридических лиц функционирует 367 аккредитованных поверочных лабораторий, то есть это метрологические лаборатории, те, которые занимаются измерениями, 762 испытательные лаборатории, 330 калибровочных лабораторий. Для обеспечения единства измерений в республике функционируют при предприятиях метрологические службы и в структуре нашего комитета это, значит, главная служба, это Государственный научный метрологический центр, который, значит, координирует всю работу в республике по метрологии, и на балансе которого наши все эталоны находятся в Республике Казахстан, которые имеют статус государственных. Сейчас мы инициируем внесение изменений в закон Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, в соответствии с которым создание вот метрологических служб, о которых я сказал, является обязательным в госорганах, а также у юридических лиц. То есть оно обязательно в тех сферах, здесь законодательно прописываем, что подлежит метрологическому надзору. Ну, вкратце скажу, что это те сферы, которые касаются охраны здоровья, окружающей среды, производства и учета энергоресурсов, государственные, учетные и торгово-коммерческие операции, научные исследования, безопасность транспорта, коммунальные услуги, услуги связи, геология, деятельность по оценке соответствия. Применение высокоточных средств измерений и приборов, которые внедряются практику научных и сертификационных лабораторий, предъявляют, как я уже сказал, высокие требования к кадрам в различных отраслях экономики. И в настоящее время имеется уже, значит, мы наблюдаем высокая потребность в кадрах, которые имеют навыки работы на электронных спектрометрах, хроматографах, ну, это приборы высокоточные, на электронных микроскопах. Необходимо также проводить фундаментальные исследования в сфере метрологии
что мы не можем сделать также без наличия соответствующих квалифицированных научных сотрудников. Конечно же, и образовательные программы, и кадровый потенциал вузов, самих высших учебных заведений должны соответствовать современным вызовам. Поэтому наш комитет инициировал внесение изменений в классификатор специальности высшего и послевузовского образования, а именно введена была специальность метрология в бакалавриате. Существующий ныне классификатор специальности высшего образования устанавливает классификацию высшего и послевузовского образования по трехуровневой структуре подготовки специалистов. Это бакалавр, магистр и доктор PhD. И используется при разработке государственных общеобязательных стандартов образования и нормативных документов, определяющих профессиональную подготовку. С какой целью разрабатывается этот классификатор? Значит, создается нормативная основа для разработки государственных общеобязательных стандартов, а также создаются условия для расчета потребностей, значит, в кадрах для всех отраслей экономики с целью формирования обоснованного государственного образовательного заказа на их подготовку, а также обеспечение статистического учета и анализа в сфере высшего и послевузовского образования в связи со спросом и предложением на рынке труда. Хотелось бы отметить, что любой производственный процесс характеризуется большим числом параметров, изменяющихся в широких пределах. Для поддержания требуемого режима и технологической установки необходимо осуществлять измерение указанных параметров. При этом, чем достовернее осуществляются измерения, вот эти измерения, тем лучше качество целевого выходного продукта. Современное производство, вот, например, нефтехимического профиля с непрерывным характером производства для поддержания качества выпускаемой продукции использует измерения различных физических параметров, таких как температура, объемный и массовый расход веществ, давление, уровень и количество вещества, состав вещества, плотность, содержание механических примесей и так далее, и так далее. Здесь есть, значит, такая статистика, что число требуемых для измерения параметров может достигать нескольких тысяч. Метрологи промышленных предприятий, осуществляющие метрологическое обеспечение производства, должны иметь полные сведения о возможностях измерительной техники для решения задач взаимозаменяемости узлов и деталей. Так, есть высокая потребность в неразрушающих методах контроля в нефтегазовом секторе, информационно-измерительной технике, а также новых приборах и измерительных системах, которые используют последние достижения науки и техники. Республика Казахстан, вот технической основой метрологической деятельности в РК являются государственные эталоны. На сегодняшний день эталонная база республики состоит из 101 единицы. На сегодняшний день Казахстан подтвердил свои измерительные возможности на международном уровне путем участия в сличениях с эталонами зарубежных стран. Данные о калибровочных измерительных возможностях Казахстана опубликованы на сайте вот этой международной организации, которая называется Международное бюро меры весов. Значит, в базе данных на веб-сайте Международного бюро меры весов опубликованы 50 строк калибровочных и измерительных возможностей Республики Казахстан. В этом большая заслуга отечественных метрологов. То есть это работа не одного дня, проводятся соответствующие исследования. Наши ученые-хранители эталонов проводят ежедневную работу, проводятся международные сличения, то есть единица передается
по всему миру, и значит, мы определяем, насколько значит, наши эталоны соответствуют международным стандартам. Например, для работы значит, на государственном эталоне времени и чистоты необходимо не только высшее образование и знание английского языка, но и более там, полутора лет обучений, стажировок, но и большой стаж, конечно. Все это необходимо знать, иметь, значит, определенный багаж, конечно, и технические познания в определенной сфере. Одна из основных задач вот этого государственного эталона времени и чистоты – непрерывное обеспечение потребностей страны в эталонных сигналах времени по радио и телевизионным каналам, спутниковым навигационным системам, глобальной сети интернет. От государственного эталона времени передается представителям единица времени, передается, значит, представителям операторов связи, средствам массовой информации, а также железнодорожным вокзалам и автовокзалам. Эталонная база Казахстана имеет большое значение для простых потребителей. Потребителю, кроме показателей качества и безопасности приобретаемого товара, важно быть уверенным в том, что он получил именно такое количество товара. Например, приобретая какую-то продукцию где-то, значит, на рынке или в супермаркете, потребитель должен быть уверен, что он не обманут, что он получил такое-то количество, я имею в виду, это измеряемое количество или в килограммах, или в других. Значит, как это проверяется? Например, торговые весы проверяются соответствующими лабораториями при помощи более точной гири. Действительное значение уже вот этой гири оценивается при помощи более точных весов. В свою очередь, чтобы быть уверенными в правильности показаний более точных весов, их проверяют, значит, при помощи эталонной гири, которая находится, значит, в нашем эталонном центре. В завершение, уважаемые коллеги, хотелось еще подчеркнуть, что наша эталонная база располагает уникальными эталонами на основе квантовых эффектов. Это позволяет на высшем уровне точности метрологически обеспечить выпуск и эксплуатацию современной техники, а также средств измерений, предназначенных для приборостроения, электроэнергетики, оборонной промышленности, телекоммуникаций, связи и космической отрасли. Благодарю за внимание. Благодарю. Спасибо. Вас, Галымжан Тлектесович. Следующее слово позвольте предоставить вам, Бахтангуль Заковна. Пожалуйста. Я бы хотела остановиться на следующих моментах. Чем было обусловлено разделение специальности стандартизации и сертификации метрологии на две специальности, на стандартизацию и сертификацию и метрологию? Стандартизация и сертификация, и метрология – это являются инструментами обеспечения качества. Они неотделимы друг от друга. Но, как показывает время, метрология шагнула вперед, как и те две ее составляющие. Сейчас метрология охватывает все больше и больше значение, большое значение для человеческой жизни. Вы знаете, что вот если, допустим, взять ситуацию с точки зрения потребителя, в своем выступлении Галымжан Тлектесович правильно сказал, что мы должны защищать права потребителя. Он стоит во главе угла. А что мы видим сейчас? Нас практически обвешивают на каждом шагу. Нет точных весов. Каждый день мы сталкиваемся с фальсификацией товаров. Поэтому нужны методы, которые бы способствовали, которые могли бы предотвратить, изменить эту фальсификацию и предотвратить ее негативные последствия. Вот, допустим, возьмем опыт Германии. Все вы знакомы с тем, что вот такая вот есть фальшивая упаковка. Данная упаковка представляет собой, на первый взгляд, это обычная упаковка, на которой написано количество того или иного товара.
Но когда уже мы вскрываем ее, мы видим, что 30% данной упаковки, 30% продукта в нем не содержится. Поэтому в Германии внедрили такие методики неразрушающего контроля, которые могли бы определить содержание того или иного продукта в данной упаковке. И это все, естественно, у них это прозрачно, это все нерадивые предприниматели, естественно, за это наказываются. Я думаю, в данном направлении большая роль принадлежит, конечно же, метрологам. Если взять значение метрологии для экономики, для нашей страны, то это, естественно, в первую очередь учет продукции по массе, по длине, по объему, по расходу и по мощности энергии. Как показывает опыт, состояние современного весового хозяйства таково, что в процессе взвешивания остается неучтенным около 1% всех измеряемых продуктов производства. Это большие потери, если взять это в размере страны. Далее, метрология влияет на контроль и регулирование технологических процессов. Взять любой технологический процесс, метрологи обязательно должны в нем участвовать. Почему? Потому что любая машина, она требует, естественно, она измеряет, и все эти измерения должны вестись очень достоверно. Поэтому я думаю, что повышение точности измерений позволяет определить недостатки тех или иных технологических процессов и устранить эти недостатки. Все это, конечно, приводит к повышению качества продукции и к экономии сырья, энергетических ресурсов, тепловых ресурсов, материалов. Метрология оказывает большое влияние на нормальное функционирование транспорта и связи. Поэтому с этой точки зрения, с точки зрения преемственности, ведь у нас на кафедре сейчас готовятся специалисты-магистры стандартизации сертификации и метрология. Должна быть преемственность, согласно которой с целью повышения качества подготовки магистров, естественно, должно быть направление, довузовское направление, то есть бакалавр по данной специальности. Поэтому кого мы сейчас готовим? Что он знает, специалист по стандартизации, сертификации и метрологии? Что-то из философии, что-то из метрологии, что-то из стандартизации, что-то из сертификации. Кто он? Метролог ли он? Или он, значит, специалист по подтверждению соответствия или стандартизатор? Ни то, ни другое, ни третье. Поэтому я думаю, что пересмотр подходов к профессиональной подготовке метрологов сегодня актуален как никогда. И здесь необходимо выделить несколько моментов. Глава государства в своем выступлении, в своих посланиях ставит задачу формирования инновационной экономики. А какая может быть инновация без измерений и без метрологии? Стоит проблема повышения инновационности, конкурентоспособности промышленности, в том числе машиностроительной, химической, фармацевтической, пищевой промышленности. Сейчас в химии, биологии, медицине на основе измерений принимаются решения, которые могут повлиять на жизнь и судьбы людей. На основе измерения ДНК выносится решение судить или не судить человека, устанавливается отцовство, набирает обороты нанометрология, метрология в экономике, метрология в медицине. Теперь давайте возьмем вопрос о значении метрологии в фундаментальных исследованиях. Здесь вспоминаются слова одного известного ученого, который сказал: «Наука начинается там, где начинаются измерения». Значимость измерения для фундаментальной науки никто не отменял. Повышение точности измерений – один из наиболее эффективных путей познания природы человека. К примеру, давайте возьмем физико-химические методы исследования. Сейчас разработано очень много приборов, в том числе спектрофотометров, хроматографов. Сейчас на предприятиях, учреждениях есть очень большое количество современных приборов физико-химического анализа. Но люди, работающие на них, зачастую не знают, как на них работать. А приборы мощные, с ними можно делать очень много. Опять же, нужны метрологи. Я бы хотела в своем выступлении остановиться на таких проблемах, как качестве подготовки специалистов. Потому что вы знаете, что без современной лабораторной базы невозможно готовить настоящих метрологов. Одной теоретической подготовкой сейчас не обойдешься. Поэтому ни для кого не секрет, что лаборатории учебные в настоящее время не совсем оснащены. Требуется хорошее оборудование, чтобы мы могли подготовить бакалавра данной специальности как следует.
Я думаю также, что необходима специализация, так как в каждой сфере деятельности, в каждой технологии есть физические величины, свои специфические, которые необходимо измерять. А будущему метрологу необходимо знать многие вещи, в том числе теоретическую физику, статистическую обработку данных. Поэтому, скорее всего, мы будем делить на траектории и уже обучать их по направлению. Поэтому совершенно ясно, что эту задачу, конечно, мы не осилим без участия работодателей. И, конечно же, нам нужна помощь со стороны предприятий, которые помогли бы нам с практикой, с дуальным образованием, с оснащением лабораторий наших и, естественно, трудоустройством наших специалистов. Спасибо за внимание. Благодарю вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию. На этом мы переходим к вопросам. Пожалуйста, первый вопрос. Казахское радио. Азамат, слушаем вас. Азамат Жомартлы, Казах радиосы. Жаңа сөзіңіздің барысында айтып кеттіңіз ғой. Жұмыс берушілер техникалық және метрологиялық реттеу барысында бірнеше қиындықтарға тап болып жатады деп. Ол қандай қиындықтар? Нақты мемлекеттік тілде жауап берсеңіз. Қазіргі кезде метрология саласында жұмыс істейтін мамандар ол басқа салада оқып келген мамандар жұмыс атқарып жатыр. Олар өздері арнайы курстардан өтіп, немесе біліктілік курстарын жетілдіру курстарынан өткен мамандар, ол метрология саласында толыққанды жұмыс жасауға олардың несі білімі жетпейді. Сондықтан қазіргі кезде оқу бағдарламаларын талдау, сонымен қатар метрология және метрологиялық қамтамасыз ету мамандығын стандарттау, сертификаттау метрология мамандығынан бөліп, өзін жеке маман ретінде оқытып, оны толыққанды біліктілікпен қамтамасыз ету қазіргі кезде өзекті мәселе болып тұр. Жұмысшылар, жұмыс берушілер, айтып өткенімдей, олар сол сала жұмыс істейтін мамандар, бұл техникалық мамандық болғандықтан барлығы. Бірақ ол басқа саланы қамтығандықтан, олар осы арнайы курстардан өту жолында ғана өтіп барып, метрологиялық қызмет жұмыстарын атқарып жатыр. Мен жаңағы сұраққа қосайын дегенім, жаңа Бақтыгүл Ұзақовна айтқандай, бізде көбінесе мына жоғары оқу орындарында стандарттау, метрология және сертификаттау біріккен сол кафедраларда мамандарды даярлап жатырмыз. Олар жаңа үш олар ерекше мамандықтар болу керек деп санап отырмыз. Соған байланысты жаңа метрологияны бөліп отырмыз. Өйткені жаңа өзіңіз айтып отқандай жұмыс берушілерде сондай қиындықтар туылып отыр. Өйткені олар мына өндірушілер мына метрологтар керек дейді. Таза метрологтар жаңа приборлармен жұмыс істеу білетін жаңа өлшем құралдармен жұмыс жасайтын олардың жаңағы методикаларын білетін мамандар керек. Ал бүгінгі таңда біз нені көріп отырмыз? Ол стандартизация, жаңағы сертификация, метрология бәрін бірігіп оқытқанда олар жаңағы метрологияға концентрациясы болмай, сол жерден сол проблема туылып жатыр. Соған байланысты жаңа айтылғандай біз классификаторға өзгеріс енгізіп, метрология саласындағы мамандарды жаңа ерекше дайындауға дайындалып жатырмыз. Рахмет. Сізге көп рахмет. Пожалуйста, следующий вопрос. Ортком Кейзет. Слушаем вас. Здравствуйте, сайт Ортком Кейзет. У меня к вам следующий вопрос. Какие у вас требования к специалистам и есть ли у вас в комитете технического регулирования специалисты международного уровня? Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Уважаемые гости, кто желает ответить, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, требования к нашим специалистам в институте достаточно высокие, поскольку у нас работают ученые-хранители, получающие звание ученого-хранителя, работающего на эталонах. У нас 90% ученых-хранителей владеют иностранным языком. У нас открыты две кафедры, где мы стажируем студентов, которые работают непосредственно на эталонах, стажируются на них, практикуются. Один из наших сотрудников, Чингиз Куанбаев, он 3 года работал в Международном бюро меры весов ответственно секретарем и сейчас перешел на работу туда, возглавил департамент. Это такой мы считаем большой успех, потому что из стран СНГ это единственный сотрудник, который перешел в данную организацию на постоянную работу.
Мы как бы приглашаем всех желающих подать к нам резюме. Мы очень востребованы, просим технических специалистов в области метрологии, те, кто хочет работать в нашем институте, кто хочет стать учеными-хранителями, кто хочет заниматься наукой. Мы всегда это приветствуем. Мы ждем людей, которые заинтересованы именно в науке, именно в измерениях, и готовы как бы оказать всяческую поддержку. Мы плотно работаем со всеми нашими техническими вузами. Поэтому добро пожаловать в наш институт, добро пожаловать в нашу специализацию метрология. Мы всех ждем. Давайте, добро пожаловать. Благодарю вас за ответ. Уважаемые коллеги, есть ли желающие? Пожалуйста, Галымжан Тагирович. Здесь коллега подробно сказал, но я хотел добавить, что требования, мы над этим сейчас работаем, мы разрабатываем конкретный профессиональный стандарт по теме метрология, где мы пропишем, значит, все требования к будущим нашим выпускникам, чему они должны будут соответствовать. В настоящее время у нас уже проект этого стандарта подготовлен. В соответствии с установленным порядком будем мы его согласовывать и утверждать. Спасибо. Благодарю вас. Пожалуйста. Как уже было сказано, в настоящее время разрабатываются профессиональные стандарты, и на основе профессиональных стандартов мы разрабатываем свои рабочие учебные планы и модульные образовательные программы. В настоящее время у нас на кафедре имеется комитет по разработке образовательных программ. В него входят работодатели, наши ведущие ученые и обучающиеся, которые вносят предложения по включению тех или иных дисциплин в образовательные программы. Если вопросов больше нет, мы благодарим вас, уважаемые гости, за предоставленную информацию, за участие на нашей пресс-конференции. На этом время нашей работы подошло к концу. Благодарим всех за внимание.